Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной аппликацию. Сделаем мы сегодня с вами маму коалу и детеныша. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится спонж на деревянной палочке, ножницы, ватные палочки, клей, простой карандаш, блюдце, гуашь белого цвета, гуашь черного цвета, пластиковые стаканчики разных размеров и цветная бумага. Основанием аппликации будет плотный лист бумаги светло-зеленого цвета. Из бумаги зеленого цвета разных оттенков вырезаем длинные листья. Далее приклеиваем наши листочки на основание аппликации. Мы берем клей. Мы работаем на клееночке. Основание для аппликации готово. Берем лист бумаги серого цвета. Далее мы берем блюдце, обводим карандашом. Далее берем пластиковый стакан и обводим его карандашом. Далее берем маленький пластиковый стакан, обводим его карандашом. Далее мы берем ножницы и вырезаем кружочки. Вырезали мы наши кружочки. Далее берем ушки и наносим на ушки гуашь белого цвета. Из бумаги черного цвета вырезаем полосочку, сгибаем и обрезаем уголочки. Носики готовы. Далее из бумаги серого цвета вырезаем прямоугольник, берем карандаш и рисуем малыша. У нас получилось фасолинка. Вырезаем. Далее берем гуашь белого цвета и рисуем глазки. Из бумаги серого цвета вырезаем прямоугольник, складываем его пополам и вырезаем ушки. Далее берем гуашь белого цвета и наносим на ушки. Далее берем кисточку, макаем ее в гуашь белого цвета и рисуем шерстку. Из бумаги серого цвета вырезаем одну ручку маме, другую ручку детенышу. Далее берем ватную палочку, макаем ее в гуашь черного цвета и рисуем зрачки. Теперь приклеиваем носики. Приклеиваем туловище. Приклеиваем малыша. Приклеиваем ручку. Из бумаги зеленого цвета вырезаем листик и приклеиваем к аппликации. Закончили мы делать нашу аппликацию. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!